Давным-давно, много лет назад. Жили те, кто общаться был монстрами рад. Силу связи умели они пробуждать. Монстр Хантер Торрес. И героев потом будем мы называть наездники. Брифма. Те, кто имеет духовную связь с монстрами. Так что думаю, приветики, с вами Лиз, и сегодня у нас новая игрушечка от Capcom в стиле покемончиков. Мы будем играть за этого парнишку. Он наездник, родился в семье наездников, которые зарабатывают чем? Выращивают таких вот существ. Вот, и мы отправимся в свое путешествие. А это, походу, у нас будет новый друг. Котяра какой-то. Слушай, я эту игрушку ждала, мне она такую приглянулась. Так что я очень сильно жду и много чего жду от нее. Еще собирают яйца, чтобы, естественно, их выращивать и, может, продавать. Выглядит пока прикольно, мне нравится. Они, наверное, видели количество лайков под роликом. 100%. Красота. Мне кажется, это будет немного напоминать One Piece. А One Piece мне очень понравился. Это единственная игра, которую мы прошли. И она единственная такая долгая. И, возможно, это станет такой же второй игрушкой на моем каналчике. Что ж, начать? Поехали. Так, король-королева, хорошо. Там куча доп. Контента, потому что я сразу все купила. И нормально. И нормально. Она еще не так дорого стоила, как другая. Рождается тьма, черный ужас грядет. Но всем нам Спаситель. На помощь придет. На белом драконе он ввысь вознесется. Порча отступит, и снова прольется. И спасение мира станет горой. Наездник на монстрах. Связи герой. Ох уж эти стишочки. Но это явно мы. Это явно мы тот герой. Мы с тобой.
кажется, как-то не ярко. Может, поярче сделать свет? Эй, вы двое, сюда! Вот так поярче чуть-чуть. Так. Лилия, ты же знаешь, нас тут быть не должно. Говорю вам, она была здесь. Яйцо монстра. Хотите посмотреть на яйцо монстра или нет? Наверное. Вот! Ты чего? Боишься? Нет, конечно, я в следующем году наездником стану. А наездники ничего не боятся. Эх, подскочил. Говоришь, не боишься. Да не боюсь я. Я споткнулся просто. А? Что это? Пошли, Капуша, найдем это яйцо. Ты же не трус? Вот и докажи. Ладно, ладно, идем. Вот это другое дело. Предлагай разделиться. Если найдешь яйцо, свистни. И мы прибежим, ладно? Тайный проход. Уй-ху. А чё у нас модельки нету игла? Чё вы меня расстраиваете? Так не прикольно. Так, R2. R2, R2, оп. Ага. Ой, стой, стой, стой. Тайный проход? А как тут бегать? Ага. Это что такое? Красочная ягода? Hey there. Лилия иногда такая вредная. Что? Яйца? Нет тут никаких яиц. Неужели где-то тут есть яйцо? Hey there. А, это уж повторяется. Хорошо. Это привычка после Элдена Ринга. Так, он сказал, что здесь нет яиц. Но есть какой-то гриб. Синий гриб? Вообще-то он красный! Вы что меня обманываете? Так. Я пока изучаю это все. Управление. Это! Лилия свистит! Вперед! Она. Ну ладно, давай за Лилией. Вот она по карте вроде как. Так, тут есть проходики, ну и да ладно. Смотрите. О, золотые яйца. О, какой-то необычный. Но вообще золотые тоже необычные, а вот это еще и более необычный. Чур, это мой. Ух ты, красота какая. Интересно, кто там внутри? Кажется, я его в монстропедии видела. Да, а давайте выведем и узнаем. Ну нельзя, это только наездник с камнем связи может сделать, верно? Это только наездник с камнем связи может сделать, верно? Тогда нам надо стать наездниками. Стать наездниками? И как мы, по-твоему, это сделаем? Проведем обряд духовной связи. Так, вот тебе камень связи. Ну, это же обычный камень. Эй, сосредоточься!
Это священный обряд. Прояви уважение. Как скажешь. Потом мы должны представиться. Давай, скажи яйцу, как тебя зовут. Давай поговорим с яйцом. Так, о! Девочка! Тик-тик-тик-тик-тик. Давай такое. Давай, Бетти, кожа. О! Вот. Тик. Дальше. Глаза. О, боже мой, какие они хитрые. Ой, какие они хитрые. Ой, 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 ой. О, боже. Вот это вообще. Сонная канитева. Так. Эти прикольные. Господи, боже, сколько их много. Вау. Ух ты. Вот это прикольно, мне понравились. Слушай, цвет глаз. Готово? Готово. Там. Поехали. О, священный камень связи. Пусть эта юная душа получит духовную связь с тобой. Твоего рождения близится миг. Пробудись и дай нам услышать свой крик. Не то, да. Как-то это не похоже на настоящий обряд. Какая она миленькая, слушай. Мне нравится. Уже? Ой-ой-ой, как он большой. Ой. Что? Ой. Ничего себе, это же царь небес, Ротолос. Ого, получилось. Яйцо вылупилось. Ой, ёпта. Осторожно! Что происходит? О, Рата, я думаю, что это его мама. Правда, Рата? Рата? Точно! Ротолос! Рата! Прикольно. Вот такого нам не хватало. Среди наших прохождений игрушек, разных симуляторов, всяких там игр стрёмненьких. Вот такой вот милоты нам не хватало. Деревня Хакум. Прохождение сюжета. Выберите сюжетное задание в меню лагеря, чтобы посмотреть, какие приключения у вас уже были и понять, что делать дальше. Не знаете, куда дальше идти? Откройте карту. Оранжевая метка – ваша следующая главная цель. Ищите людей с облачками над головой. Красное облачко означает новый сюжетный поворот. Желтое облачко – вам хотят что-то сказать. Так, деревня Хаку. Ой, малыш еще не умеет только летать толком. А он не слишком великова для малыша. Эй, мелюзга! Вы нарушили кодекс наездника и ходили в лес? Всех накажу! Что? Наконец-то ты дома, чувал. Я так за тебя волновалась. Мама, прости меня. Даже Дану из-за тебя досталось. Иди извинись перед старшиной умной. Как извинишься, сразу домой, ужинать. Я тебя жду. А если бы вы взрослого Ротолоса встретили, что бы тогда было, а?
У меня тогда мысли мурашки по коже. Ты сильно рисковала. Так, идем к старейшине Омни. Вы трое. За мной. Ща получим леща конкретного. Так. Куда мне идти? Мне идти куда-то, не знаю куда. Пошли. Вот туда, по идее. Старейшина. Что ж, дети, целые и невредимы. Переживать не вижу причины. Хватило им времени, без сомнения, чтобы обдумать свое поведение. Как скажете, старейшина. На этот раз я вас отпущу. Но дерзости такое больше не прощу. И если кто нарушит кодекс снова, не доводите лучше до такого. Да, сэр? Спасибо, старейшина Омна. О-хо-хо, наверняка вы все знаете сами. Скажу лишь одно. Не часто встретишься с такими чудесами. Да, раньше никто не приручал монстров без камня связи. Камень связи наезднику нужен, чтобы с монстром жить душа в душу. Детские души чисты и невинны. Вот в резонансе и стали едины. Хоть и юнаты, у тебя есть потенциал наездницы, лучше которой мир и не знал. У тебя есть потенциал! Здорово! Да, это круто! Эй, не забегай вперед! Да, сэр. Что? Тревога? Монстр? Ну же, нам надо идти. Что происходит? Какая тревога? Какой монстр на нас напали? Я как раз хотела не так давно, прям, знаешь, как будто что-то посмотреть, что-то аниме. Вот, прям, точечку. Мне даже нравится, что здесь больше всяких роликов, вставок, катсцен. Какая-то скверна надвигается. Это темный дракон. Беги! Что это? Наркокуга! Офигеть. О боже мой. А за что она будет нападать? Боже мой. Ёшкин матрёшкин. На разрушу деревню. И не только. Мама! Чувак! Это же наш маленький дракоша. Фига, он полез на этого огромного. Ничего себе. Ему не страшно? Да, он полез. Ты чего? Ты же маленький слишком. Дашечка. Он просто пытался нас защитить. Мама, почему так случилось? Я никогда этого не забуду.
Так. Ой, дальше. Ну. Вот. Спустя. Арату потеряли. Деревню строили. Со дня нападения наркогуги прошел год. Деревня Хакум постепенно восстанавливается, возвращая себе былой вид. Сегодня состоится обряд духовной связи, после которого вы станете наездницей. Но в чем он заключается? Дры. А, и милашка! Год прошел. Деревня постепенно приходит в норму. Вот только сынок Лау... Как там его звали? Ах да, Чевал, он до сих пор сам не свой. Конечно, он же всю семью потерял. Будешь тут сам не свой. Я думаю, что он же еще ребенок. Хотя я слышала, он наездником стал. Так, у нас вот тут что-то есть интересное. Так... Что-то интересное на карте, ладно. А, вот и ты. Вот и настал тот день, да? Наконец-то станешь наездницей. Мечта всей твоей жизни сбывается. Ты же идешь на обряд духовной связи, чтобы стать истинной наездницей, да? А я так и не решила, чего хочу. Я не очень хочу быть наездницей. Мне бы что-то такое, что могу только я. Мне надо еще подумать. Придумывать. Всякие выдумки, это у нее получается. Чевал! Поздравляю, Чевал. Теперь с камнем связи ты вылитый наездник. Тоня собирается пройти обряд духовной связи. Какая Соня? Я Милис. Что ты делаешь, чтобы установить связь? Расскажешь нам? Связи? Я в них больше не верю. Чевал, погоди! Я хотела, чтобы мы вместе отметили ваше посвящение в наездники. Того случая год назад мы почти не общались. Рано как-то, если кого-то не будет. Давайте соберемся все вместе. Он так холоден. Ладно, пожалуй, пора идти. Старейшина Омна ждет тебя в зале обрядов. Из тебя обязательно получится отличная наездница. Я всегда буду рядом. Да, Вал точно потерян. Надо как-то, не знаю, провести его в норму. О, какой такой вот утраты. Странный. Так. Ух ты, какой прикольный, красивый. Так, а нет, мне вот сюда как раз таки. Зал обрядов. А вот и ты. Проходи, не стой. Сегодня ты будешь нашей звездой. Вот уж прошел с того самого дня. И вот что, подумав, скажу тебе я. Твоя духовная связь с Ротаросом. Видно, ты будешь монстриком боссов. У тебя есть все, что наезднице нужно. Расти и учись, чтоб других быть не хуже. Придется немало тебе потрудиться, но зато будет потом чем гордиться. Чтобы великой наездницей стать, нужно в сражениях себя закалять. Как я, если что, я помогу, я всегда рядом, слышишь? Первым из шагов, что тебе предстоят, станет духовной связи обряд. Нам нужно что-то, что явит потенциал, который в тебе скрыт. Чтоб настоящей наездницей стать, про камень связи должна ты узнать. Этот камень и два сердца соединяет, и вашу с монстриком связь укрепляет. Монстриком? Монстр называется тот, кого приручаешь ты. Так вот, этот камень — твой самый ценный предмет. Второго такого во всем мире нет. Так, теперь смотри сюда.
Это яйца монстров. Если высадишь такое яйцо, получишь собственного монстрика. Теперь подними камень связи повыше. Узнаем, какой монстрик у тебя вышел. Ротор Аллари, как он там? Мы его потеряли. Грустно. Now then, shall we? О, sacred kinship stone. О, секретная... Это посох там... Show us your power! Ну, просто не знать. Я не знаю, как перевести. Ти! Уту! Ой! Ой! Омнисноски! Яйцо что, зашевелилось? Тати? Как круто! Ничего не видел шевелящиеся яйца? Это яйцо скачет, как кенгуру. Живее его не видал, я не вру. Это ж кот. Ой, не стой столбом. Давай за яйцом. А зачем за ним бегать? Он же мой. Точно не любит нашего батя. Ой. Но он-то вылез из яйца. Ой. И шлепнулся. Мяук! Мяук! Мне больно, как? Эй, ты кто такой? Ой. Где же мои манеры? Надо сначала представиться, наверное. Я странствующий кот. Я имя себе еще не придумал. Эй, ты там на ритуал сорвал. Простите, я смурчайно. Я просто мимо проходил, гляжу, яичко лежит. Такое, а ты яичное. Кушать хочет. В общем, ты голодный был. Герои голодными не бывают. Слушай, мы тут обряд проводим, так что брысь отсюда. Да как так можно? Кыш, брысь! Грубиян, ты как с героем разговариваешь? О, какой бойкий котик. Ну, видно, пусть его животик пуст. Что же нам делать, друзья? Могу я положиться на тебя? Да, сэр. Чудесно. Тогда порешили на том. Сначала обряд, угощение потом. Еда? Я менял? Я всех. Так, я решил, останусь тут, буду вам помогать. Я долго путешествовал по миру и много чего полезного узнал. Буду вашим навигатором, так что зовите меня наверху. Да, для него кто кормит, те и друзья. Значит, вы тут обряд совершали? Тогда я вам пригажусь. Похоже, кот хочет с нами остаться, но должен сначала обряд состояться. О, священный камень. Пробудись! Коробка яиц. Откройте свою коробку яиц и выберите функцию «Вывести», чтобы получить нового монстрика. С определенной вероятностью он будет обладать повышенными характеристиками. Выберите осколки, чтобы собрать из них целое яйцо и вывести нового монстрика. Осколки можно найти, путешествуя по миру или выигрывать в сетевых боях. Ну, в сетевых боях мы не будем, конечно, играть. Давайте выведем монстрика! Тик-т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 ик-
Велоцидром! Символ первого плача. За первого выступившего... Что? Ладно. Достижение было. Хотите придумать, как будут звать вашего нового монстрика? Велоцидром? А, пусть будет. Имена и приветствия можно отправлять по сети и делиться ими с другими. Избегайте контента, вызывающего дискомфорт, нарушающего законы, права и свободы, либо передающего личную информацию. Странно, такого еще не говорили. Ладно. Ух, ох, поздравляю, браво. Овации вы заслужили по праву. Ты молодец, что смогла обрести связь с монстриком, которого так любишь. Монстрики наездников верные друзья. И его береги, это гордость твоя. Духовная связь — обычай, которому тысячи лет. И говорящий стихами дед. Теперь и я в рифму заговорил. Очуметь! И ты туда же. В общем, церемония еще не закончена. Чтобы камень связи проявил свою скрытую силу, его надо очистить. Тебе надо мыть камень связи в пещерах горы Пондри под водопадом. Если провалишь испытание, церемония отменяется. Ну что, малая, согласна? Это правильный ответ. Круто. Подходи к воротам деревни, как будешь готова. Ну, у меня ж уже есть монстрик, зачем мне еще какой-то обряд? У вас появился монстрик, но вам только предстоит совершить обряд духовной связи. Теперь вы должны пойти в пещеры горы Пондри и там опустить в воду камень связи, который вам дал старейшина Омна. Но что могло притаиться в этих пещерах? Так. Награда символ первого плача выданного монстрика, ля-ля-ля, хорошо. Так, тогда нам нужно к воротам, пошли. Я ж вроде верно иду, но вроде верно. Значит, это твой дом? Может, зайдем? Хочу посмотреть, как там у тебя. Или еды какую взять, да? Ну, пошли. О! Вдруг что-то новое пришло? Ходите курьера, чтобы забрать и посмотреть карты наездников, которые вы получили от других игроков в сетевых боях. Полученная карта наездников доступна для просмотра. Нажмите «Изменить», чтобы добавить карту в избранное или стереть. Можно отметить или изменить несколько карт сразу. Понятно. Ну, естественно. Жаль, что ты уже уходишь. А нет, не очень. Оп. В вашем доме есть две очень полезные вещи. Кровать и сундук. Поспите на кровати, чтобы сохранить игру. Не забывайте сохраняться перед сложными испытаниями, чтобы не потерять прогресс. Доступно в меню сундука. Можете менять своему персонажу телосложение, прическу и цвет доспехов. Доступно в меню сундука. Вы можете наряжать Навиру в разные костюмы, найденные во время приключений. Так, галерея. Доступно в меню сундука. Можно пересмотреть любые ролики из тех, что вы уже видели. Угу, хорошо. Так, у нас есть сундук, давай глянем. Давай свою внешность посмотрим. А, цвет доспеха. Ух ты! Оп. Давай беленький такой ставим. О, костюм на Виру. Вот оно, это было с допочками, допки. О, огненный шрам, посмотри, какой крутой. Иска какая. Вау, какая пухляшка. Какая милая пухляшка. О боже. О господи. Ой, Соня Пушок. Давай Соню Пушок возьмем. А? Давай Соню Пушка. Давай Соню Пушок. Давай. Все, пошли. Можем по очереди их менять потом. Так. А, стоп, можно менять... Доспехи или нет? Слушай, а может я могу еще свои доспехи поменять? Я этот цвет поменяла, может там можно именно доспех менять? Изменить телосложение? Ага, нету. Ну ладно.
Возьми с собой в дорогу. Это мои заметки наездника. Сможешь освежить в памяти то, что выучила. Чтобы их открывать, выбери треугольник «Заметки наездника». Вы можете открыть меню лагеря в городе или в поле, нажав треугольник. По мере прохождения игры там будут открываться новые функции. Наезднице нужно знать кучу всего, но чересчур голову не забивай. Самое главное – любовь и ласка. А за любовь – пончиком. Пончиком? Для меня пончики и любовь – это одно и то же. А, это уже детали, мистер Пушистик, вперед! Тебя ждет замечательное будущее, когда пройдешь испытание. Приступим. Такс, хорошо. Все готово, подруга. Тогда выдвигаемся вперед на холмы Пондрии. Так. Ага. Вот он мы. Вот мы. Так, у нас есть заметки наездника, карта, сюжетные задания, основы. Ага. А можно я буду на нем? Ладно, а можно я на нем-то буду, а? Что за дела? Они миленькие. Ага. Пригнуться. Ага. Я пока изучаю управление. Смотри, там автонот. Совсем беспомощный. Вперед, тигрица! Ну что, подруга, в путь? Если заблудишься, я подскажу, куда идти. Так. Я за травой, что ли, шла? К бою! Это же мирно пасущийся автонот. Для начала выбери бой. Мощность, атака. Тогда выбирай автонота. Битва на равных, круто. Битва на равных — это когда вы с соперником деретесь один на один. Если выберешь нужный тип атаки, ты сможешь нанести сопернику дополнительный урон. Ух, мощная атака! Если у тебя получится предугадать атаки монстра, ты получишь огромное преимущество в бою. Чтобы узнать, будет ли битва на равных, надо следить за боевыми линиями, которые появятся при выборе цели. Аптонот предпочитает мощные атаки. Знаешь, какой тип атаки поможет тебе победить его? Так эффективно против технических. Но неэффективно против быстрых. Значит, он быстрый. Надо быстро сделать это. Ты выбираешь быструю атаку. Да здравствует победа, так держать. Дух связь крепче. Дело сделано прекрасно. Ключ к победе. Умение видеть закономерность в атаках противника. Награда. Можно кушать, готовить из него. Прям умение читать атаки соперника — это ключ к победе. Без умения. Эй, малая, погоди. Не видишь, у тебя маловато здоровья осталось. Самое время открыть меню лагеря и достать из предметов какую-нибудь траву. Прикольно звучит. Выбери предметы в меню лагеря, чтобы посмотреть, что у вас сейчас есть при себе. С помощью этих предметов вы можете восстановить здоровье или снять аномальные статусы после боя. Восстанови здоровье целебной травой. Пойдем на верхушину Трахолма. Так. Так, хорошо. Инвентарь. Травушка моя. О, отлично.
Хорошечно, хорошечно, хорошо. Просто великолепно. Так, какую-то надо всегда траву собирать. Она лечебная. Фига, их тут, слушай. Там какие-то алмазики, там еще алмазики. Тут очень много их, смотри. Нам, видимо... Смотри, вот, видишь? Вот он на шапочке сидит. Это, походу, наш этот ротал, или как его? Ровал. Он похож на нашего дракончика. Он наш. Все, давай тогда на этом мы приостановимся и продолжим играть уже в следующей серии. Так что спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. Не забудь проставлять. Если тебе нравится игрушка, то пиши об этом в комментариях. И увидимся в следующей серии. Так что всем пока-пока.